Зима пока не планирует никаких погодных катаклизмов, поэтому в ближайшее время погода у нас не изменится. Разве что небольшой снег, продолжит Инга Гудаль. Обычная молдавская зима – это, как сейчас, небольшой минус ночью и слабый плюс днем. Наша температура вполне укладывается в рамки нормы. Разве что снежка немного не хватало. Но уже сейчас все исправляется. Где-то там, совсем недалеко от нас, набирает силу Черноморская депрессия. Этот циклон как раз-таки и вносит разнообразие в нашу некогда бесснежную действительность. Он будет нам, начиная с этой ночи и на следующей неделе забрасывать осадки в виде снега. Снег будет слабый, но, в общем, если говорить за эти дни, то сантиметра 3-5 по республике. Скользкие дороги и тротуары прилагаются, поэтому будьте очень аккуратны. Периодически посыпать слабым снегом нас будет до середины следующей недели. А там вода, падающая с неба, перейдет из твердого состояния в жидкое. В общем, ждем дожди, потому что у нас потеплеет. От 0 и до плюс 5 будет и ночью, и днем. Ну а к следующим выходным синоптики прогнозируют визит очередного холодного фронта. А значит, температура у нас снова немного упадет. В конце следующей недели опять к нам придет зима. И температура воздуха опять понизится. В ночное время будет в районе 5 градусов мороза, и в дневное около 0. Опять есть условия для выпадения снега. Слабого. Кстати, о Новом годе метеорологи говорят, по наблюдениям, если зима-зима, как сейчас, приходит задолго до Нового года, то в саму новогоднюю ночь, как правило, приходит весна. Но это такие очень отдаленные прогнозы и предварительные. Ну а сейчас о пятнице. Завтра днем у нас около 0, будет облачно, местами слабые осадки, ночью до 5 мороза. Послезавтра у нас совсем немного потеплеет. Инга Гудаль, Владимир Дружинин и Леонид Мастак. ТСВ.